Привет, народ! Зима. Вот такая красота у нас. Ребята просят, чтобы я что-нибудь показал, ну, рассказал про машинку. Машине 2 года, 26 января. Ну и как бы уже, ну что сказать. Говорят, какие ремонты, что делалось, ничего не делалось. Ребят. За 250 тысяч поменяли аккумуляторы и все. Аккумуляторы поменяли, потому что машину пригнал на базу, поставил, пошел отдыхать, а кто-то приехал и в ней ночевал. Автономкой высосал все аккумуляторы, аккумуляторы просели, и с тех пор они уже не восстановились. Ну, так устроены аккумуляторы. Один раз просадил, и все, и потом их хватает на 5-6 часов всего, ну, на автономку, и все, они больше. В этом году вот осенью поменяли аккумуляторы, и все. Машинка больше ничего не делает. Ну, масло в мотор заливаем LDF-4. Это для рядной шестерки S-серии. LDF-3 идет на V8, который мотор. Этот немножко более продвинутое масло. Только это масло мы льем. Других никаких не признаем. Это полная синтетика масла. Никакими другими мы не балуемся. Это специальное масло для наших двигателей. Рядная шестерка, 16 литров. Это полная синтетика. Только для грузовика. Тут вон обозначение, до каких температур оно работает. Нормально, на минус 30. Для просто вот такая шильда есть и все. Для более низких температур уже и другое масло будет. Так, парни, ну вот это у нас такой техпаспорт в Эстонии. Вот ручка и вот такой лапоть у нас тут в современном государстве, да. Так, ну вот, первичная регистрация грузовика. 26.01.21 год. Наверное, видно, хотя, наверное, ну, номер машины моей. Так, что тут по техпаспорту? Объем двигателя. Вот тут-то. 16353 кубика, киловатты 397, евро 6, пустая масса 10150, регистровая 26 тонн, полная масса 27 тонн. Автопоезд может тащить 70 тонн, видите? То есть, прикиньте, какой запас прочности у этой машины. Мы по 50 тонн таскаем. Может, это мотор и вся ходовая 70 тащить. Вот так вот как-то. Ну, тут разная опять высота 4 метра, ширина 2,55, длина 6,80. Ну, и так далее. Тут такие вещи. Это вот наша Скания, да. Да, и пробег сейчас у машинки. Сейчас я вам... 250 тысяч, по-моему, было у меня. Так, это мы сбрасываем. Да, 250 тысяч 592. Ну, вот так вот. Это 2 года, нормальный, с одним шофером. Вот такие пробеги. Ну, так там ребята просили какой-нибудь небольшой обзор машины. Ну, нашей кабинки. Ну, так, что тут? Я, ну, как бы не знаю даже, о чем показывать, рассказывать, потому что это у меня все обыденное каждый день, поэтому глаз замылен. Ну, так, пробегусь чисто по этим, по всем кнопочкам, можно сказать. Так, ну, открывание-закрывание дверей. Окна открыть-закрыть. Регулировка зеркал. Любое зеркало можно включить и этим кружочком, ну, отрегулировать, подогрев зеркал, фары включать, упс, нечаянно нажал, ну, фары включать в автоматическом режиме, она сама там включает, когда в тоннель заезжаешь, когда освещение меньше становится, это регулировка по фар выше-ниже, если там вдруг седло подушки опустил, то надо и фары немножко опустить. Противотуманки сзади, противотуманки вперед, прожекторы средние под лобовухой, на лобешнике наверху,
заднее освещение, рабочий свет. Ну, как бы так. Тут двигать седло, открывать замки. Это тоже рабочий свет вправо-влево включать. Еще одна как бы функция. Это анспоты включаем. Это мигалки спереди, если где-то в городе там маневрируешь. Желтые мигалки, чтобы она... Ну, подушки спереди, сзади. Memory, память на M1, M2. То есть сам себе регулируешь. И если там где-то какой-то перепад, то вот M1 нажимаю, у меня 40% падают сзади подушки и процентов 20 передок поднимается. То есть делаю такой, знаете, маневр так вот, чтобы рама там не цеплялась. Ну и выход из этого меню. Уровень подушек, ну, транспортный. И это уровень тоже еще забиваешь номер один какой-нибудь там своеобразный. Так. Что тут еще? Ну, приборка тут, само собой, очень такая интересная. Очень. Тут много-много чего можно смотреть. Вот это воздух, допустим, да. Давление масла. Сейчас мотор не работает. Это что у нас тут? Заправка топлива. Сколько процентов? В процентах. И сколько километров я смогу проехать. Оно, видите, показывает, что топливо у меня на 1300 километров, от Blue на 1500 километров. Так вот, что там у нас еще? Это усталость водителя, если долго едешь, там начинаешь отвлекаться от дороги, все, она там тоже начинает тебя тормошить, что давай это. Заряд аккумулятора сейчас 24,3. Так, выходим. Дальше, что у нас тут? Телефоны, блутусы подключенные какие. Телефон не подключен сейчас, видите, пишет. Так, здесь у меня пусковая проверка. Окей. Уровень моторного масла. Средний уровень моторного масла. В порядке. Тормозные накладки. Бамс. Вот в таком процентном соотношении через 2 года у меня накладки. В принципе, неплохо. В среднем 80% накладок за 250 тысяч пробега. Ну, вот так вот. Так, что у нас там? Диск сцепления проверим. Что у нас? 100% диск сцепления. То есть, я его нигде не поджег. Уже хорошо. Обслуживание следующее. Обслуживание через 29 408 километров. А, как бы... 70 тысяч от замены масла до замены. От обслуживания до обслуживания 70 тысяч. Я как бы так знаю. Так, калибровка нагрузки на мост. Я могу отрегулировать, подправить, если он немножко неправильно показывает, какая, ну, вес на мостах, я могу подрегулировать. В другой раз, ну, как настроил, так работает. Обогрев зеркал, ручное управление в зависимости от времени. Ну, я вручную, опять-таки, я не люблю эти. Так, в этом меню мы были, в этот крайний. Так, ну вот сейчас у меня груза 30 тонн. Немножко этот врет, потому что груз по-другому расположен, чтобы побольше на седле было, а поменьше на хвосте. Поэтому немножко врет. Ну, я знаю, сколько он врет, поэтому проблем нет. Так, блокировка дифференциала показывает. Либо в автоматическом режиме, либо в принудительном включил, и оно гребет всегда. Это уровень подушек. Туда-сюда, как вверх-вниз. Как бы вот такое. Так, тут часы работы. 43 литра на 100 километров у меня сейчас расход, потому что я с 30-кой пришел в Швецию, там 1500 километров, и буквально 100 километров проехал, и снова 30 загрузил, и вот я сейчас на 134-й дороге, все вместе, вот 43. На V8, когда работал, по такой работе у меня было 50.
То есть сейчас, ну, еще у меня подрастет, у меня перевал самый главный впереди, ну, будет где-то 45, может, 46. Потом уже, когда груз легкий возьму, оно все скинет, уравняется. Ну, вот с 30 тоннами по горам, зимой, плюс я тут часто молочу, потому что морозик, вот, минус 9, я как бы подзаряжаю аккумуляторы частенько. Ну, вот сейчас 43. Вот так вот. И это гораздо экономнее, чем V8. Это, кстати, вот это. Проценты эти, которые там. КПД. Ну, в общем, вот такое у нас тут. Так, что тут еще покажем. Это уход с полосы. Выключаю. Трогание с горы, ну, чтобы она в гору трогалась, потому что коробка автомат, она так придерживает, и когда трогаешься, она это помогает. Ну, аварийка, сбрасывать, это затемнение этого дисплея, ночной режим, совсем выключение. Так, что тут у нас, это мосты, это поднять, когда совсем пустой, я эту памс, она, ну, памс, она поднимает. Если большой груз, она не поднимет. Тогда поднимаем вот через эту. Держишь эту кнопку, и она поднимает мост. Это блокировка дифференциала. Это все понятно тут. Обдувы, куда дуть. И сейчас у меня включено, видите, и мотор греет, и кабину греет. Мотор греет для того, чтобы ему легче было заводиться. Когда я там постоял, чтобы не холодным там заводить, а тепленький мотор. Теплому быстрее, легче завестись. Ну, это освещение. Ночное там красными фонариками они ничего не дают. Обычный свет. Этот у меня дополнительный свой сделанный. Но это я уже говорил. Навигатор у меня свой. Гармин. О, тут видно, не видно. Света нету, да? Старый-старый Гармин. Ему лет 10 уже. Работает как трактор. Здесь у меня стоят такой дополнительный купленный. Здесь вольты показывает. 24,3 сейчас пока. 24,4. Видите? Вольты показывает. Время. И температуру внутри, снаружи. Ну вот этот датчик, который снаружи, он у меня между дверей там. Поэтому он показывает только плюс 1. На самом деле там минус 9, минус 10 на улице. Когда едешь, он более точно показывает. А сейчас просто тепло от кабины идет. Регистратор тестирую. Ну, как-то он мне тоже не устраивает. Что-нибудь потом посмотрим. Ну, пока будем снимать. Вроде как показывает, что может снимать 4К. Ну, нет 4К там никак. Хотя пикселизация хорошая. Съемка хорошая. Ну, частота кадров мало. Тоже меня не устраивает. Так вот, ну тут такой хаб сделанный для регистратора и для навигатора. Выведено сразу сюда у меня 12 вольт. Соединяю, вот оно у меня сразу заработало, видите. Ну здесь я опять работаю, монтирую очередной ролик в таком компьютере. Так, что у нас тут еще? Кофеварка. Кофеварка у нас, ну, стандартная, обычная кофеварка. Но этот планшет я сюда установил. На ногу специальную сварил. Сам сварил ногу. Такую. И под кофеварку. И она вроде хорошо стоит. И держится тоже, видите, на три крепления. Так, если даже тряхнуло, он никуда не падает. Так, что тут у нас еще? Здесь микроволновка у нас. Микроволновка без тарелки. Видите, пол ровный, просто по центру ставишь, и она греет. Хорошо работает. Работает от 24 вольта, не надо ей 220. Ну, специально. Здесь понятно. Здесь тоже понятно. Ну, как бы так, я не знаю, что интереснее, что вам сказать. Ну, на этой двери то же самое. Закрыть, открыть дверь, окно, свет,
здесь, который прямо над этим. Ну и общий свет большой тоже как бы есть. Канистру с водой держу в кабине, чтобы теплая вода была. Руки помыть, самому умыться там после разгрузок, загрузок. Снега у нас вон столько здесь. Так, ну, еще что тут? У меня на магните телефон. Вот тут такая штука прикрепляется к этой решеточке обдува. И телефон ставлю сюда. Так, эта штука у нас мультимедиа, это все. Тоже много всего, но как-то мне не нравится логика ее, как она работает. Тут тоже есть навигация. Активация навигации. Понятно, да? Маршрут рассчитывается. О, как? Куда? Я тебе что, маршрут дал какой-то? Если просто адрес ему забивать, он еще, ну, прокладывает там что-то, помнит. Но так как у нас всегда координаты, мы просто должны циферки вбить и проложить маршрут. То нифига. Получилось как? Я вбил координаты. Получилось вбить координаты. Подъезжал к этому месту город, стройка. И надо было объехать. Ну, там стояло место кирпич, надо объезд. Я только свернул на объезд, она тут же перестает тебя дальше прокладывать. То есть ты, если не поехал по ее, как она проложила, все, она тут же сбивается. Тебе опять надо идти место искать, опять снова надо вбивать. Короче, это невозможно. То есть, ну, с ней работать никак. Гармин, он сразу тебе найдет другую дорогу. Ты только свернул не туда, он тут же раз тебе прокладывает дальше. Это все сразу сбивается. Потом как-то пытался тоже координаты вбить. Он мне где-то в море показывает. То есть, у него нету этого. Короче, ерунда. Так. Медиа, вот лучше радио оставим. Музыка хорошая, кстати, тут динамики неплохие. И пищалки стоят в этих в стойках, видите, и динамики в дверях хорошие. Так что можно слушать. Так, что у меня еще? Ну вот ковер у меня такой поставленный, дермантиновый, польский. По крайней мере, ну, легче убирать его, если что-то капнул нечаянно, там еще что, то это вытерну. Ну, вот такой вот ролик с обзором, как обещал, выложил. Кому было неинтересно, ну, значит, неинтересно. Кому было интересно, ну, ставим лайк, подписываемся. Да, и мы, наша фирма переходит вся на Scania. У нас есть и DAF, и есть Volvo. Ну, новые, все как положено, там вопросов нету. Но по приношению денег в фирму, вот эти Scania шестерки, они выгоднее. Шеф этот деньги считать умеет. Как раз вот в этих мелочах он очень здорово считать умеет. И вот 2 года этим машинам, и он переходим полностью на Scania. Но это вот такая информация. Я понимаю, что вы там увидели 43 расход, это вау, то все. Ребята, в этих условиях, что мы тут работаем, это нормально. Это немного. Я говорю, что восьмерка была, она больше кушала. Она была гораздо расточительнее. И масло кушала. Эти машины практически не кушают масло вообще, от замены до замены. Я вот эту канистру полную вожу уже, я не знаю, 3-й месяц, наверное. Не подливаю. Красиво мигает, да? Так, это разнообразие. Ну, в общем, вот так, ребят. Scania в нашей фирме рулит. Я понимаю, что частники там чаще покупают Volvo. Они более с понтами машины. Там кому-то дизайнер нравится. Ну, и так далее. И тем не менее, смотрите. Volvo, вот эта 540, которая... Она 13-литровая. То есть, видимо, у нее на максимум выжатый этот движок 13-литровый. У нас 16-литровый. 16,393 кубика. Это приличный такой этот объем мотора.
и он один, и он все равно экономней, чем 13-литровая Volvo. Представляете? Ну вот как-то технари на Скании заморочились и сумели это дело сделать. Все-таки это, ну, трудно сделать экономию. Тут же что только не придумывают они, чтобы было экономнее. А этих получилось. Вот так вот. Ладненько. Буду закругляться на сегодня. Ну да. Вроде что хотел, то показал. Что-то будут, спрашивайте, я буду вставлять там какие-то моменты, если кого-то что-то конкретнее интересует. Что знаю, то отвечу. Что не знаю, то не буду. Как там кто-то там спрашивал, какое передаточное число в редукторе. Ребята, я в это никогда не полезу, мне это не надо. Ну вот так. Ладненько, всем удачки, пока, шершавенько. До встречи на канале, увидимся. Не судите строго, как есть, так есть. Я ж водитель, не профессиональный киномеханик там и так далее. Все, чао.